Определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет как с помощью алкотестера, так и анализа крови. Об этом гласят изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые вступят в силу с 3 июля. Сейчас алкогольное опьянение проверяется только по анализу выдыхаемого воздуха. И если взять кровь на анализ, то ни один суд не примет это как за улику, так как в законе не прописана возможность устанавливать трезвость по содержанию алкоголя в крови. Но с 3 июля у сотрудников полиции появится альтернатива проверки. Уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3 промилле.